Лада X-Ray или туда и обратно. Оранжевый вазовский хоббит вернулся из пробега до поселка Варандей. Это практически крайний север, практически настоящая Арктика. Обратно вернулся, как ни странно, не на орлах, но с орлами. Экспедиция «Лада X-Ray» в Арктику – один из самых амбициозных проектов «АвтоВАЗа» в новейшей истории завода. 6 тысяч километров, северные дороги и климат запросто выведут из строя любую технику. Разумеется, «X-Ray» шел не один, а в сопровождении двух вазовских внедорожников бывалых искателей приключений из команды «Дикари». Но «X-Ray» вернулся без потерь. Он выдержал все. На подъемнику от Нарьян-Мара мы останавливались на рассвете снимать фото и видео. Где-то порядка часа мы проторчали во время съемки. Вот, и потом догоняли ребят. Догоняли очень быстро, интенсивно. Несколько раз мы на нем подпрыгивали, отрываясь всеми четырьмя колесами. Очень хорошо подпрыгивали. Вот. Он абсолютно ровный, целый приехал, не погнулся. Все двери открываются, закрываются. Это очень хороший результат. Я на некоторых внедорожниках проделал такие же фокусы, и они после этого становились немножко кривыми. В удаленных от центра регионах, в которых свои весьма специфические и жесткие требования к автомобилям, вазовская новинка вызвала огромный интерес. Отношение к автомобилю, когда мы привезли в Ненецкий автономный округ, у нас был и губернатор, Игорь Кошин катался, и катались, ну, просто делали 2 дня тест-драйва. Люди в диком восторге. Полярная экспедиция доказала, что «Лада X-Ray» – достойный автомобиль. Экспедиция показала даже скептикам – у этой машины есть будущее. Обычно говорят, стартовать и финишировать с дождем – это хороший знак. Сегодня, похоже, у нас просто очень хороший знак. Ребята приехали из отличной экспедиции. Мы получили, в общем-то, те результаты, на которые рассчитывали. Колоссальный интерес к автомобилю X-Ray по всему маршруту следования. На этом подвиге дикарей не закончатся. Они планируют отправиться на знаменитый перевал Дятлова, на горный Алтай и даже хотят посетить Оймякон и Тикси в самые холодные месяцы. Так что на долю «Лады X-Ray» выпадут новые приключения. Андрей Трой, Максим Гусев. События.